Папа проверяет тетрадь. Ну как там, пап? Похоже на твой почерк? В общем, сейчас будем обедать. Каша, утка. Антон еще в школе, у него сегодня аж 5 уроков. Я еще сделала салатик, капуста, крабовые палочки, лук, кукуруза и укропчик. Пойдем с Антохой учить уроки, да, сын? Так, пошли проверять, сделал он. Да, я примеры решил. Ну пошли. Так, здесь я делала тесто. Убирай отсюда вообще тетради. Пойдем. Раз, два, три. Так, это ты так учишь уроки? Да. Я уже вам можно сказать, все выучила. Ну, еще буквы нам. Ну, диктант с мамой. Давай, давай. Ты, где твой листик с буквами? Сейчас покажу, папки. Сколько я выучила буквы. Так, все учим с Антошей. Уроки, математику сделали, да? Это легко было. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24 буквы. Угу, это бы вы... И 25. Ты что? Нет, я вот так. Так 25? 25. Хорошо. Завтра будет 26, потому что же, наверное, будем учить. Угу. После ш будет. Ну вот, я как я говорил, как с, потом как стрелки, и потом как... И так и маленькая. Угу. Мне кажется, маленькую будет сложнее писать. И мне здесь надо стараться маленькую делать все. Ну да. А у З большое все. Это Ж. Ж. Жалко. Жалко. Так, давай садись, бери черновик, хорошо? Не, мне надо сначала осмотреть все буквы. Ну ты все равно возьми черновик и попиши их. Вот твой черновик, по-моему, с тонкой линией. Напиши сразу. Давай, 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 я приду проверю. Мое крепление, которое мы вчера купили в бал-центре. Сейчас я его закрепила. Там у нас выпала какая-то заглушка. Я сижу не сказала сразу, давай ее отнесем, но раз она выпала, мы просто туда вставили телефон. Нет, я ее дома приклею. Но вот он мне все приклеил, все нормально. Сейчас еду, так что могу теперь болтать на темы того, что я теперь в родительском комитете. Но я уже вам это говорила. Правило вроде бы, но окно все равно светит. В общем, я в родительском комитете. И теперь же Новый год, нужно покупать подарки. Вчера было собрание. Подарки в нашей группе сказали, игрушки нельзя, только конфеты, и то там с сертификатами. Короче, детям подарки вообще дарить нельзя. Но знаете, допустим, в нашем, я не знаю, будут ли сертификаты, в нашем магазине, который возле родителей, да, Чайков называется, там конфеты привезут свежие, соберут подарки на ту сумму, на которую мы скажем, вот. Но, скорее всего, там в каком-нибудь Ашане будут сертификаты, да, неизвестно, где они взяты, на какие-нибудь там конфеты по 100 рублей там за килограмм. То есть, как бы, вот так вот. Просто нам в том году достались именно такие подарки, в которых все как нужно, по закону, написано, сколько конфет, какой срок годности, та-та-та-та-та-та-та, все вот как прям в этом листочке, который показали нам в детском саду. Но там были одни карамельки. То есть, знаете, лучше есть не сертифицированные шоколадные, чем сертифицированные карамельки. Ну, по крайней мере, мы эти подарки реально не ели. И они нам не понравились. Я прям офигела от состава. Я давно не видела таких карамелек. Вот, ну ладно. Но в другой группе
так как Земля же круглая, мы же все общаемся, там сказали, что все нормально, они будут покупать игрушки, только на них возьмут сертификаты. Вот, поэтому не знаю, сейчас напишу в нашу группу, что там скажут, вот. И мы тогда решили, что мы подарим книги и конфеты. Ну, то есть на какую-то сумму, там, 260-280 рублей книги. Я нашла на Велбересе, так, чтобы было количество. Вот, все посмотрела для мальчиков, для девочек. Из одной серии только одни именно для мальчиков, другие именно для девочек. Ну, некоторые мамы против книг, они у нас там валяются, никому не нужны, просто Афоня реально любит книги. Мы их читаем, выполняем задания, он там орёт, давайте мне эту математику учить. Он уже знает, как пишутся цифры, я вообще, честно, в шоке, мы его этому не учили, но он как-то сам это все узнал. И теперь такая дилемма, как найти среднее арифметическое, спрашивать ли у всех родителей совета или покупать родительскому комитету подарки самим. Вообще напишите, как ваша история с этим складывается, потому что в школе вообще все отлично. До 4 класса дает нам, получается, подарки Каспийский этот трубопроводный консенсус. Или как там он, как-то так это все называется, в общем. КТК, короче, как-то. А вот здесь уже дальше все сложнее. Доброе утро! У Григория сегодня радость. С утра ему пришло письмо от Кирилла Миронова. Наконец-то. Григорий всё теперь сочетает. Ну, все равно интересно, да? Хорошо, что Людмила Валентиновна придумала это. Буду варить супчик. Уже все начистила. Бульон процедила. Вот, чистенький. Сердечко. Гриша начал читать. Вернее, мама его заставила. Выбрали вот эту вот книгу. «Правила мудрого Гаврюша». Алена Ларина. Я помню, что это нам ее присылали. Я тоже помню. Я тогда ее так читать не хотела. Да ты вообще не хочешь читать. Покажи. Сейчас фотографирую зефирчик. Попросили коробку именно с зефиром для мамы. Вот что получилось. Едем с Антохой. Антоху сейчас заехали, подстригли. Так что он у нас теперь красавчик. Готов к Новому году. Как раз будет классно, когда немного подат растет. Вот мне нравится, когда не сразу подстрижено, а немножко уже отросло. Да, Антон Сергеевич? Антоха там чуть ли не засыпал. Так интересно. Бедняжка моя. Потому что я на танцах. Потому что ты на танцах натанцевался? Да, после школы сразу. И устал, да? У нас тут уже танцы новогодние. Включили РУ-ТВ. Океаны.